сделал несколько фотографий, но не знаю, надо будет выбирать более информационные. Почему гибнут? Таких вот островков с погибшими деревьями очень много на трассе. Я не знаю, что там в глубине, 100, 200, 500 километров на дороге. Расстояние через весь Тюкалинск, мощность передатчика высокая. Через 1,5 километра круговое движение, первый съезд. Уже проехал.
Калинск. Основные дома справа по ходу. Слева так, окраина. Люди живут, нравятся. Сколько? Калинский автовокзал. Зачем он дает? Еще раз. Давай, нет, ты сдаешь, да, дружище? Блин, что в том тяжко? Да, сейчас давай, давай, съехал или просто остановился. Впереди дорожные работы, справа метро. Рабинск, значит, впереди левый поворот.
получше стало. Блин. Здесь когда-то на трассе маячили мошенники. Мы под предлогом того, что поломалась машина, прикончилось топливо, просили деньги. Взамен предлагали якобы золотые изделия. Цепочки, крестики, перстни. Я снял видео, разместил в Ютубе под названием «Мошенники на трассе». Омская область. Мошенники на трассе. Рязанская область. И что-то еще уже не помню. Несколько таких. 4, наверное, или 5 роликов. Бьет рекорды просмотров. Уже за миллионы. Гневные комментарии. Первый раз тоже повелся на этих мошенников. Но я был немножко не в адеквате, потому что ехал из Владивостока, уже вторая неделя у меня была движение. И уже не мог давать критическую оценку ситуации. Увидел припаркованные на обочине 2 или 3 автомобиля. Детишки бегают между машины. Меня дети схватили. Мне стало жалко, но все дело.
остановился. Вот, помоги, братушка. На соляру не хватает, деньги кончились. Я говорю, ну у меня бензин. А вот, купил это самое, деньги. Мне бы в тот момент сообразить, что у меня радиостанция под боком, что можно дальнобойщиков попросить остановиться, как-то решить эту проблему. А я как лох. Дал деньги. Я даже не хотел этот перстень брать. Нет, нет, нет. И он бросил мне его это на сиденье. Поехал, наверное, уже в Тюкалинске. Да, в Тюкалинске. Смотрю, еще один такой же стоит с проблемой. Я все понял. Но уже поздно было что-либо исправлять. Не вылежу возвращаться там на 50 километров назад. Тогда я это видео не снимал. Не было видеорегистратора. А вот уже в последующие поездки я их специально высматривал. Издали видел стоящих на дороге. Вот, притормаживал так, чтобы они были в объективе. Я два видеорегистратора, один снимал вперед, впереди стоял, другая в салоне. Нет, эту камеру я мог просто видеоголовка, она вращалась на 180 градусов. Просто их видел, головку направлял на боковую дверь, останавливался. Ну и диалог в интернете можно на моем канале посмотреть. Несколько раз вот так вот поворачивал, забыл включать камеру. Вот так вот поговоришь с ними, разводы проведешь. Ну там. Дурака поваляешь. Дурака поваляешь с ними. Один всерьез воспринимает. Я даже заставлял их танцевать, они танцевали. Читали молитвы. Сейчас я вижу их нет, вот сколько проехал на восток от России, вот, их почти нет. И по крайней мере мне в этом плане не очень везло. Очень больше я их не встречал. После того, как это видео появилось, там волна пошла. Кстати, по линии милиции, полиции пригоняют далее. Ну, они перекочевали на трассу М4 до. Я там видел. Но там уже другой подход. Там уже прикурить. Автомобиль завести не можем, дай прикурить. Вот. Это сразу напрягает.
два парня, два лба. Могли бы фуру остановить, там фуры. Мне там нужно маленькую машинку. Поэтому останавливался так. Слушал. Уезжал. Один раз даже был случай, когда я увидел, что эти вот мошенники на трассе остановили какую-то машину и начинают этот разводить на деньги. Купи, купи, купи. Я подъезжаю и в окно говорю водителю: это мошенники, ребята, не обращайте на них внимания, проезжайте мимо. Мне ответ: да ладно, потому что неправда. Ну, через какое-то время я убежден, вспомнили меня, что это развод, что под видом того, что перстни из благородного металла, они как впаривали. Это было обыкновенное рандоли. Причем сделано очень грубо. Сейчас у меня лежит дома. Надо было взять с собой. Я потом купил на вокзале перстни по 100 рублей. Ну это. А ГАИ, наверное, там. Ну что, я еду. Предел допустимой скорости. Фары работают. Так что мне опасаться нечего, и обгонять я не собираюсь, а он, по-моему, стоит, ну, впереди, далеко на обочине. Вот, я купил перстни там, 2 или 3 перстня бижутерия по 100 рублей. Привязал на веревочку, там у меня 4 или 5 таких перстней было из бижутерии, то, что я по дороге у них первый раз купил. Думаю, увижу поприкалываюсь над ними. Долго возил с собой, но так больше не встретил. Парни не дал мне, что я правым поворотником. Наверное, на обводной дороге Омска я поменяю карту памяти. В Омск заезжать не рассчитываю. Что я могу снять в Омске? Видео о городе. Таких видео море в интернете на любой вкус, с комментариями и гидовские рассказы о городе, то есть комментарии гида. А так просто проехать через город тупо. Тупо заезжать не рассчитываю. Я и в курган не рассчитывал заезжать в город.
что когда висит на хвосте, автомобиль впереди идущий нервничает. Где гаишник прижмигнул фары? Или это шутка была? Или это был передвижной пост? Они сейчас, ГИБДДшники, стали умнее. Раньше не часами стояли. И об этом знала вся трасса. То, что дальнобойщики по радио передавали. Сейчас стали в этом плане умнее. Остановились. Одно, два нарушения есть в мире. И меняют диспозицию. Приезжают в другое место. Так, ну мы смотрим на дорогу. Дорожное полотно восхитительное, замечательное. И разметка, и полотно дороги ровное. Не вижу этих колейностей. Обочина, грунтовая обочина. Р-402. Субтитры сделал DimaTorzok.
что-то я не припомню, чтобы такое было. Наверное, в Барабинск поворот. Какая-то аномалия с этими деревьями. Берегите лес, мать вашу. По-моему, круговое движение это на... Возможно, на Барабинск. Да, давненько не ездил, не помню уже. Вот полотно дороги, да? Красота. Сухая, четкая разметка, обочина. Двигайся и... Двигайся и не грузись. Такая же дорога и от Монска до Новосибирска.
хорошая стоянка СИП-тракт на левой стороне. Большая, асфальтированная. Вот упал 5,6. Ну, это после вчерашнего 5,1. Thank you.
разошлись. Надежда вроде. Ванька сказал, хотел сказать, прекратился. Кафе Ивановка приглашает вас на завтрак, обед и ужин. У нас всегда горячий шашлык, куриные крылья, ребра, а также отменный борщ с салом, окрошка, свежая выпечка. Возможно, оплата по картам. Работаем круглосуточно. 547 километр трассы, поворот на деревню Ивановка. Вкусная замануха, но нельзя.
уже светлее.